спортзале «Корабел» состоялось открытое первенство города по спортивным бальным танцам. Междугородний корпус судей оценивал выступления около 160 пар из Северодвинска, Архангельска и Новодвинска. Чего больше в спортивных бальных танцах – спорта или искусства? Ответ у каждого свой. Понятно одно – чтобы выступать на высоком уровне, танцорам необходимо измотать себя тренировками. А на соревнованиях – паря по паркету с улыбкой и легкостью показывать судьям и зрителям свои лучшие качества. Кружились в вальсе и взрывались экспрессии в румбе и джайве 160 пар на открытом первенстве города. Для танцев, для судей лучше, когда партнер ярче, либо партнер. Конечно, лучше всего, когда оба, и партнер, и партнерша. Но партнер берет бразды, конечно, правление в свои руки, и партнерша должна просто слышать его. Они должны друг друга слышать, слушать, понимать, уважать, и тогда пара добьется каких-то успехов. Пара клуба «Визави» Инна Хилобокова и Илья Орлов, несмотря на свой юный возраст, входят в топ-50 пар России. На домашнем паркете у наших танцоров были серьезные конкуренты. В итоге Инна и Илья дважды поднялись на третью ступень пьедестала. Абсолютными чемпионами в категории «Юниоры-1» стали танцоры из столицы Поморья – Дарья Стародубенко и Олег Порядин. Они победили и в латине, и в стандарте. Ну что, ребят, поздравляю, вы стали, в общем-то, абсолютными чемпионами, победили в обеих программах, и ваши ощущения, впечатления от турнира? Ну, турнир, в принципе, хороший, мы уже сюда ездили, в том году тоже были первыми по... По позу там тоже. Да, мы уже давно на этот турнир ездим, и нам тут нравится. Сколько вы вместе танцуете уже? 4 года. Кто главный в паре? Конечно же, партнер. Еще одна северодвинская пара клуба «Визави» Евгений Семенов и Валерия Романова делают упор на европейскую программу. На прошлогоднем чемпионате страны они вошли в десятку. На городском первенстве ребята завоевали золото среди молодежи в стандарте и поднялись на третью ступеньку пьедестала по программе «Латина», уступив архангельским парам. В категории «Дети 2+» лучшими стали также гости из столицы Поморья. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.